В областном центре продолжается обсуждение грядущих перемен в схеме городского теплоснабжения метода так называемой альтернативной котельной. По заверениям мэрии и энергетиков, нововведение позволит привлечь солидные инвестиции и произвести масштабную модернизацию теплоэнергетического комплекса, который на данный момент, к слову, изношен более чем на 70%. Жители же переживают о том, как изменения скажутся на размере оплаты. Как можно быстрее внести ясность в этот насущный вопрос, требует региональное отделение политических партий. Сегодня свои акции на улице города организовали активисты «Справедливой России» и «Единой России». Сегодня принимается бюджет. Мы данным пикетом пытаемся привлечь внимание общественности, во-первых. Это связано именно с альтернативной котельной. Мы, безусловно, поддерживаем, что модернизировать тепловые сети необходимо, однако повышение рост тарифов, повышение платежей в платежках – это крайне недопустимо. Кроме того, я обращаюсь сейчас ко всем жителям города Ульяновска, если вы сталкиваетесь с подобной проблематикой и хотели бы задать какие-то вопросы, которые вас интересуют или могут интересовать в перспективе, обращайтесь в первую очередь в общественные приемные своих депутатов. Только вместе мы сможем создать ту систему, которая будет отвечать интересам жителей нашего города, а не отдельной большой корпорации.